Приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня мы с вами снова возле Лебединого озера, потому что сегодня мы с вами поговорим о любви. О любви, в частности, нашей свинченцы. Потому что сегодня я хотела бы с вами поделиться своим рассказом о том, как нас венчали в Италии, наше венчание. Итак, поехали! Венчание Ольги и Винченцо в Италии. Как оно все было? И для венчания у нас мы пригласили отца Виталия, которого мы очень уважаем и любим. Конечно, еще это время было 9 лет тому назад, дорогие мои. И прежде чем выйти замуж, так сказать, в России, мы сначала повенчались. Поэтому отец Виталий нас венчал на нашей террасе, на съемной нашей квартире, которую мы снимали. Кольца у нас еще не были готовы, потому что мы их по заказу делали. Поэтому я сделала импровизированные такие кольца. И вот с этими кольцами, вот так вот на солнечном таком балконе у нас и произошло наше импровизированное венчание. Но он все документы у нас все сделал, все как положено. Поэтому вот такие мы повенчанные благодаря нашему отцу Виталию, миленькому такому. Время от времени показываю лебедей, потому что это все-таки символ любви. Ну, а потом, после того, как вот повенчались, и главное, что эти кольца, которые я тогда импровизированно сделала, они до сих пор с нами, дорогие мои. Как бы то ни было, мы обменялись этими импровизированными кольцами, и они до сих пор по сей день с нами. Мы их бережем как символ вот нашей любви, нашего венчания. Ну и после того, как повенчались, конечно, перед нашим отъездом в Россию, потому что мы собирались уже насовсем, вот они, такие кольца, про которые я вам говорила, вот они с нами. И тут символ любви, потому что там, где они приколоты, на сердечке написано «Ти амо сегодня, завтра», «Я тебя люблю сегодня, завтра и всегда». Мне очень нравится и эта надпись тоже. Ну вот, они всегда с нами. Вот, ну, такой небольшой, но приятный вот такой вот сюрприз. В общем, венчание у нас тоже было, дорогие мои. После этого, после того, как повенчались, мы сделали еще и ужин, и это еще и отметили. Отец Виталий пришел вместе со своей женой Оксаной, и вот наш поцелуй после того, как повенчались. А вот отец Виталий вместе с женой Оксаной. Очень добрые и хорошие люди. И вот ждем еще и в нашей квартире еще разочек повенчаемся. Ну и перед отъездом вот такая у нас замечательная компания к нам пришла на террасу, и мы отмечали и наше венчание, и наш предстоящий отъезд, и было очень и очень весело. Ну и, конечно, все кричали «Горько!», а мы целовались с удовольствием. Короче, получился у нас такая импровизированная типа свадьба перед отъездом, потому что мы тут типа венчание нам отец Виталий сделал. Ну и, конечно, такая тоже не очень большая свадьба, когда мы уже приехали в Россию. Приехали мы вот на этом грузовике. Ехали-ехали и, наконец, приехали. Это вот у нас такой радостный день, когда мы приехали наконец-то. Ну и успели на свою свадьбу, которую мы отметили в России. Расписались вот все наши родственники, которые с нами были. И было здорово. Я еще успела сшить себе палантин, венчанца шарфики. В общем, все мы сделали вовремя. Кому интересно, как мы ехали, как мы сделали свою свадьбу, еще я видео сделала, можете посмотреть. Ну, а свадьбу как таковую мы отмечали с родственниками на нашей даче, тоже сделали барбекю, и главное, что все у нас хорошо. А когда потом приехали за своей машиной Toyota, потому что мы приехали на грузовике в Россию, вот, хотела еще отметить, что на грузовике у нас уже и внучок присутствует, потому что все это произошло. Ну и с родственниками Винченцо мы тоже отметили чуть-чуть. И сейчас вот у нас такая дружная семья. Поэтому и мы счастливы, и я желаю всем вам, дорогие мои, счастья, радости, любви. Главное, чтобы всегда-всегда вместе с вами была любовь.
Это самое главное. Ну и, конечно, здоровье, чтобы вы все были счастливы, любимы. И а все истории, какие у меня были, я оставлю в описании по ссылочке внизу под видео. Счастья вам, радости, любви. С вами Ольга.